А какой будет погода в эту новогоднюю ночь, расскажет специалист гидрометеоцентра Иван Гордеев. Он на прямой связи со студией. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас мы находимся во власти антициклона, без существенных осадков и довольно прохладно. По данным метеостанции, у меня спиной температура воздуха минус 14, что близко к средним многолетним значениям на это время. Однако уже сейчас просматривается череда циклонов, что вновь раскачает нашу погоду и вызовет частые перепады давления и температуры воздуха. Завтра, правда, Красноярск по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно ясное небо, без существенных осадков. Также и довольно морозно. В ночные часы из-за прояснений холодно около минус 23 и в дневное время всего около минус 17. Но к концу дня усилится ветер и погода начнет меняться. 31 числа уже небольшой снег и немного потеплее, около минус 8, минус 10 в дневное время. Скорее всего, такая же погода продержится и всю новогоднюю ночь. А вот 1 числа, первый день следующего года, вновь не характерно для данного времени потепление до нуля. И все бы ничего, но после такого потепления в пятницу ожидается стремительное прохождение холодного атмосферного фронта. А на таких температурных контрастах он, как правило, проходит сильным северо-западным ветром с порывами до 17-22 метров в секунду. И только к концу недели установится умеренная морозная погода, небольшой снег и в дневное время температура воздуха около минус 10. И вот в дальнейшем, насколько мы можем сейчас посмотреть, такого устойчивого холодного периода, морозного периода, до сих пор не видно, Екатерина.